Что думаешь про поднятие темы свадебных церемоний в Чечне? Салах Межиев и Айшат Кадырова дали инструкции, как надо их проводить. Тумсо, все кайфарики Европы топят за тебя. Показушные праведники из-за своего комплекса завидуют тебе, говорят. Поэтому и как подобает женщинам, сплетничают про тебя. То, что кайфарики топят за меня, ну, это серьезная поддержка, я тебе говорю. Я думаю, это из-за того, что мы очень часто поднимаем вопросы легалайза на территории Чечни, наверное, поэтому они решили, что это наш чувак. Здравствуйте, Тумсо. Что россияне хотят от Чечни и чеченского народа? Хотят покорности, полной такой покорности, вот как сейчас. Хотят, чтобы мы сидели ровно, не рыпались. Хотят, чтобы была русификация полнейшая. Ну, это такие стандартные такие империалистические цели, присущие именно российскому такому империализму, шовинизму во многих смыслах. Вы знаете, что я был удивлен. Недавно я начал ознакомливаться с некоторыми такими документами политических партий России. И у них открытым текстом они прописывают, например, партия ЛДПР, у них в программе ЛДПР прописано, что, значит, возврат всех республик бывшего СССР обратно в состав России путем референдума. У них в программе прописано, что, значит, языки в республиках национальных, что, значит, изучение родного языка должно быть добровольным, то есть не обязательным. То есть все вот эти вот принципы колонизации, империализма, они все как бы, ну, вполне открыто проповедуются этими политическими силами, которые сегодня, ну, очень широко представлены и в российском обществе, и в российском истеблишменте. Поэтому, ну, разговоры такие, политкорректные разговоры на камеру, это все одно. Но нельзя сказать, что это, знаете, какие-то скрытые там вот конспирологические темы, что они что-то... Они об этом вполне открыто говорят, прописывают это в своих программах, что вот наша цель, значит, добиться того, чтобы все, во-первых, вернуть, значит, страны бывшего СССР обратно в лоно России, и плюс их еще русифицировать, чтобы родной язык был там, ну, добровольно хочет ребенок изучать, изучает, не хочет, его никто не заставляет. А русский, он обязателен, его, значит, заставляют изучать. Вы говорили, что чеченцы в СССР находились в таком же положении, как и евреи в Третьем рейхе. Разве в СССР существовали лагеря смерти с газовыми камерами? Скажите, где СССР организовал газовые камеры? Да, существовали. ГУЛАГ. Там, правда, не с помощью газа, а с помощью пыток, нечеловеческих условий, нечеловеческого труда. Там по-другому убивали просто людей, но убивали также. Да, существовало. И нас, чеченцев, ингушей, дагестанцев, ну, в общем, кавказцев, нас просто жестко отправляли в эти гулаги, просто за то, что мы исповедовали свою религию. За то, что, ну, ты что там, веришь в Бога, что ли? Ты молишься, что ли? А ну-ка давай. Сколько вы знаете, у нас наших отцов, дедов просто пропало без вести в этих лагерях. Были расстреляны, погибли по дороге, высылку. Знаете, сколько? Да, было. Что думаешь про поднятие темы свадебных церемоний в Чечне? Салах Межиев и Айшат Кадырова дали инструкции, как надо их проводить. Слушайте, это, ну, такой позор на самом деле, когда они об этом говорят. Они являются, как это сказать, проводниками всего нечестия на территории республики. Вот вся та грязь, которая у нас происходит и происходила, вся она происходит по их инициативе, по их поддержке, по их непосредственной организации. Вот эти концерты всяких Тимати, Бузов там и прочих, всякие грязные там вечеринки в форматах лоузер и так далее, это все мы
Но сколько мы можем показать, да, это демонстрировать, как там Кадыров в танцах обнимается там и так далее. Сколько всего этого. И потом они садятся и начинают учить народ нашим обычаям, традициям. Это смешно. Я вообще в эту, честно говоря, не вникал. Я не знаю, что там они, к чему именно они там придрались, какие они дали инструкции. Но в целом от этих людей слушать что-то подобное про чеченские обычаи, про чеченские традиции, про ислам, это как, я не знаю, представительницы древней профессии слушать про мораль какую-то лекцию, понимаете, это настолько же абсурдно. Гелус, ассаламу алейкум, саваш, не нужно отвечать этим рабам, почему тот или иной не идет на джума намаз. Они не дают ответ на вопрос, почему их хозяин придумывает аяты из Корана. Иллюзионист, прием. Ва алейкум ассалям, рахматуллахи. А я и не отвечал им, брат, это я просто рассказывал нашим зрителям о том, почему их это так беспокоит. И это был не ответ им. Они-то, в принципе, они-то и не задают этот вопрос в надежде на ответ. То есть это же не интересуются они, типа, объясните, почему они не говорят. Это они, типа, упрек такой делают. А мы просто разъясняем, почему этот вопрос их вообще, в принципе, волнует. Алехандро Мак. Начал слушать ваш диалог с Албаковым. Спокойный, грамотный диалог, без оскорблений. Приятно слушать. Очень часто вот подобные вещи мне пишут, хотя я не знаю, у меня никогда не было каких-то диалогов с оскорблениями, кроме вот представителей кадыровской власти, когда и то это они позволяли себе оскорбления, там, высказывания. Когда мы о чем-то спорим здесь с нашими братьями, с которыми у нас есть разногласия какие-то там политические или иные, но мы всегда это вроде как делаем и делали в рамках ислама, в рамках наших чеченских обычаев, традиций, или если это происходит с представителями других народов Кавказа, каких-то наших общих рамках кавказских обычаев, традиций. То есть я не считаю, что мы этому должны на самом деле удивляться. Это так и должно быть. Наоборот, странно, когда люди переходят на какие-то оскорбления, там, уничижительные какие-то высказывания из-за разногласий в политических вопросах. Я вообще эту площадку вот, на чеченском языке, и YouTube-канал, и Telegram-канал, я их создал как раз для того, чтобы развивать у нас вот этот внутричеченский политический такой дискус, чтобы мы могли дискутировать, устраивать какие-то дебаты, делать это в рамках приличия чеченских там, адатов, традиций, и чтобы люди понимали, видели вот это и понимали, что мы абсолютно нормально цивилизованные люди. И вот эти разговоры про то, что у нас там что-то, значит, Россия уйдет, и мы там друг друга перестреляем. У нас вот между вами нет согласия, вы там будете друг друга стрелять. Да нет, не будем. Вот как раз пример того, что мы вполне, имея очень много, может быть, разногласий, претензий друг к другу, но мы вполне цивилизованно, очень в таком братском формате эти вещи обсуждаем, разговариваем. Да, мы не приходим к какому-то согласию, да, в этих вопросах. Однако мы-то и делаем это в большинстве не для того, чтобы прийти к согласию. Мы понимаем, что диспут, спор, он никогда, в большинстве случаев, не приводит к какому-то согласию. Но он, этот диспут, этот спор, он дает возможность людям оценить и посмотреть, кто прав, кто менее прав, да, даже не будем говорить неправ. Кто прав более, кто прав менее. То есть, за кем в данном случае следует следовать, за кем нет и так далее. Интегрини, я